Всем привет! Мы находимся у Таганского парка, откуда в ближайшее время стартует траурная прогулка. Напоминаю, что суть акции стоит в том, что активисты решили прогуляться в черном с черными цветами, таким образом отметив 1 июля как, в принципе, черный день России. Напоминаю, в чем суть 1 июля. Суть 1 июля заключается в повышении тарифов на ЖКХ, повышении штрафов, повышении цен на алкогольную продукцию, повышении цен на сигареты, ограничение продажи пива и прочим отвратительным вещам. Ну вот, как видим, по заявленному дресс-коду есть одета не более 4 человек, но, видимо, акция слишком артхаус. Зато количество роз как раз вполне достаточное. Вот, сейчас я попробую поговорить с Таней. Таня, привет. Расскажи, пожалуйста, откуда такая идея, эта идея акции? Поскольку сегодня очень печальный и важный для всей страны день, мы знаем. Повышаются тарифы на ЖКХ, повышаются цены на бензин, на табак, на алкоголь, это, скажем, самое печальное. Вот, и растут штрафы ГИБДД, нельзя это не заметить, оппозиция должна на это как-то отреагировать, и мы, соответственно, выходим на траурное мероприятие. Почему вы можете считать это трауром? Разве все действительно так плохо? Ну, то, что цены повышаются, это плохо. Потому что это бьет по карману абсолютно всей страны, не только оппозиции, не только политики. Почему именно в такой странной форме? Год назад, наверное, устроили бы митинг, на который пришло бы 100 человек. Ну, к митингу нужно готовиться заранее. Ну, не знаю, никто к этому как-то подготовиться не решил. Я об этом узнала буквально за неделю. О событиях 1 июля, да? Да, поэтому решил. Ну, если получилось несколько спонтанно, да? Кому принадлежит, на самом деле, вся эта такая творческая идея? Мне. Ну что же, ты молодец. Будем... А когда мы начинаем? Сейчас ребята придут, девочки, и мы пойдем. Хорошо. Ну что же, оставайтесь с нами. Мы начнем буквально через несколько минут. Полчаса я прогуляюсь, потом меня ждет Кургиненинг. Давайте. Давайте.